Пора начать кастрировать мужчин, которые не умеют зарабатывать. То есть, если парню старше 20, и он получает, ну, меньше 500 тысяч в месяц, то я считаю, этот человек недостоин на потомство и вообще на существование. Это не мужчина. А по-моему, она уже здесь наговорила на статью из Уголовного кодекса. Что это такое? Это разве не геноцид? И эти женщины потом говорят о том, что мужчина злой, что мужчина абьюзер, да, что мужчина это какой-то вот деспот. Это вот эти вот женщины говорят. Интересно, а кто ее отец? Сколько он зарабатывает? Кто ее дед? Вот если бы, наверное, их кастрировали, ее бы, наверное, бы не было сейчас здесь, да? А вот шкаф у нее там стоит, там, наверное, не мужчина его делал, да? Не мужчина добывал лес, не мужчина делал доски, не мужчина делал ДСП, не мужчина потом собирал, не мужчина потом устанавливал, да? Дом, в котором она живет, наверное, тоже вот их всех надо кастрировать, да? Всех мужчин кастрировать и оставить только тех, кто будет зарабатывать большие деньги. А она на ком они будут зарабатывать? Кто будет приносить прибыль этим мужчинам, если они все будут директора, а у них не будет рабочих? Ведь никому же будет плодиться. Я даже не понимаю, откуда у нее в голове вот эта вот вся каша, вот это говно и понос. Давайте кастрируем всех врачей, учителей, мужчин. Давайте всех кастрируем. Давайте кастрируем мужчин, которые кладут асфальт. Давайте кастрируем электриков, сантехников, чтобы вот эти вот все женщины, да, остались один на один и в своем просто-напросто дерьме бы захлебнулись. Давайте так и сделаем.